We'll be right back.
друзья, какие результаты? Смотрите, по памяти, прошу прощения, по CPU, вот результаты. Здесь у нас Snapdragon 860, здесь 865. По GPU, здесь даже, ну, здесь больше по GPU, соответственно, как и у процессора. Потом по памяти, здесь больше, чуть ли не в два раза по памяти, потому что здесь она забита на 100%. Ну и вот безопасная обработка данных, вот ниже вот такие вот результаты. Причем максимальная температура здесь 38,5, здесь у нас 34,2. Вот такие вот результаты. Всем пока, до свидания.